132 килограмма. Ахметзянова Евгения. Борис Белым кимоно. Представляет Южный федеральный округ Краснодарский край. Представляет общество Министерства образования. Спортсменка синий кимоно. Иванова Екатерина, 1993 года рождения. Мастер спорта. Представляет Приволжский федеральный округ Саратовской области. Культурное общество «Вооруженные силы». Лучший результат первенства России среди юниорного профессионального года. Второе место в 2015 году. С тобой, да? Первое место Приволжский федеральный округ. Первое место. Веди, 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 Жень, На татами 4 в белом кимоно. Дмитрий Ломанов, Центральный федеральный округ, Уральский федеральный округ. Да! 1993 года. Лучшее достижение на международных соревнованиях. Первое место в Европе до 23 лет. 1994 года. Синий кимоно. Пашина Анна. 1994 года рождения. Мастер спорта. Сибирский федеральный округ. Город Красноярск. Татамины победу одержала Ахметзянова Евгения. Южный федеральный округ. Тренируется под руководством Кабулина и Мамина.